болит? Прыгайте с балкона. Ну да, охота была ноги ломать. Годом тебя. Мы моего мужика оставили внизу, а то его потом не выставишь. Да, мужиков выставлять трудно. Бутылка. Да. Ну что, где он? Показывай. Проходите. Вот он. Во всей красе. Валя. Угу. Таня. Здравствуйте. Дорогой Ипполит Георгиевич. Мы Надины ближайшие подруги. Мы работаем в одной школе. Она вас прячет. Все прячет. Мы специально заехали к вам, чтобы поздравить вас обоих. Ипполит Георгиевич, вы должны знать, да. Какой замечательный человек наша Надя. Да, как ее любят педагоги, как ее любят родители. И даже дети. Надя отзывчивый товарищ, чуткий педагог. Она ведет общественную работу. Она даже висит на доске почета. Она очень хороший человек. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Почему вы... Ну, не слушайте вы его. Присаживайтесь к столу. Да мы, ребята, мы... А ты приведи сюда. Да нет, не надо. Вы не можете помешать, потому что мы не знакомы с Надеждой, как ваше отчество. Василий! Надежда Васильевна, мы знакомы с 11 часов. Открывай. В чем дело? Не дурачься. Ну, не дурачься, все. Надечка, почему? Пусть он подурачится, у него это так славно выходит, ребята, вообще. Мне так нравятся ваши взаимоотношения. Да, очень, очень. Отношения довольно сложные. Подождите, ребята, надо полотенечко, а то выстрелить. Нет, нет, не надо. Осторожно. Ипполит Георгиевич! Пожалуйста. Ну, братцы, за ваше семейное счастье! А? Спасибо. Господи. Я не буду пить, это вам. Почему? Не хочу. Нет, нет, не буду. Нет, нет, будешь, не буду. Не хочу. Не буду. Не хочу. Что вы делаете? Пей, родной, пей. Ну, ребята. Ну, Горько! Горько! Нет, это все, Горько! Категорически. Перестаньте, слушайте, не делайте, ну, пожалуйста, из меня посмешище. Я вас прошу, не пустите Горько меня, что вы? Не хочу я с вами целоваться, в чем дело? Ну, почему Надя, ну, Надечка? Ну, перестаньте. Нет, не нет, ну, объясните вы. Ну, Надя, что вы? Надя, что вы? Надя. И даже после этого я не Ипполит. Ипполит Георгиевич, а вам нравится, как она поет? Да. Не знаю, не слышал. Не надо. Ты что ж ни разу не спела своего Ипполита? Это моя непростительная ошибка. Давай, передай гитару. Не надо музыки, я не люблю самодеятельность. Ой, какая же самодеятельность, а? Давай нашу любимую.